Я почти занял центр, врагов нет. Я на основном заспаунился. D6 занимаю, нет цели пока. Вот, подходят, что-то непонятно, в каких-то горах, Е5. Горцы. Ну, судя по движению, топают в Е6. Точнее, один идет то ли в Е6, то ли он просто на гору выбирает. Угу, вижу цель эту. Не знаю, куда идет, но куда-то лезет. Это Осирис, Робби, да, Осирис. Нет, он идет в Е. Туда, к центру, к тебе. Их тут двое. Ду. У них третий он еще подходит. Уллер. Центр? Угу, в центре три цели. Я бегу со всех ног. Сейчас к вам Максим подойдет. А я с горочки постреляю, скорее. Четыре всего. Цели, мне сзади пришел еще один. Тут жарко. Угу. Эх, если бы я не застрял. Уллер без этого, без ничего, без спины. Остался Овенс без спины. Окей. Я не могу его догонять. У меня тоже секунда. У меня задницы нет, поэтому я не бегаю достаточной скорости, чтобы его догонять. Готов. D6 теряем. Башка, по-моему, наша. Я туда без спины не прибегу, при всем желании. Хороший мех солитер. 3000 и весь зеленый. Это вообще смерть машина. А потом пыщ-пыщ и прозрачный. Надо бегать, да, он такой, да. Надо бегать. Если бегаешь, навряд ли в тебя вообще кто-то попадет. Знаете, кто уже отправил деньги? Я отправил деньги. Тогда я не буду. Да вы медленно бежите. Да? Солитёры медленно бегают, да. Ну я там не продержался, короче. Я был башкой. Я назад. Вообще такие районы солитеров. Не знаю, что ты нашел. Вы уже разобрались. Захватывай. Еще цель. Нет, цель есть в Е6. Где-то. Ну останься там, может убьешь его. В Е5 еще я цель вижу. По центру Е5. Угу, чуть ниже. Чуть ниже. Сейчас он дал выполнить. Макс, аккуратнее там ходи. Ну, все, сейчас догонит. Можешь меня подождать. D6 никто не идет. Подожди, может он придет. Да он скорее всего в E5 пошел. В E5 никого нет, я только что там был. А, вот сюда. Цель одна. Да. На западе одна цель. Летел.
еще цель подходит. У меня в D6 две цели. У нас в E3 две цели. Сам кончился я. Макс. Под ноги смотри. Я вроде пошел по краешку. Да, по краешку меня. Старался не задеть. Он как за стену ушел? В Е5 цель уже есть. Нас тут палантир. Я купиться не мог. Не смог. В стене, да? В стене, да. Ой. Это звездец у меня, токс красный. Ну, вроде даже никто не умер, можно же починить. Ты хоть говоришь, что ой, я чуть туда не пришел сейчас. Ой. Давайте я добью. Я тебя сейчас добью. Как ты меня в прошлый раз. Тьма с этим, мы потеряли D6. Алон, ты куда-то ушел, что ли? Нет, меня там разобрали, а потом в E5 я купиться уже не успел. А он немножко умер, да? Ну, все понял. Можешь пиши мне помощь. Сейчас я сижу на уже не сижу на Осирисе. С ума сойти, я потратил 6000 на ремонт солитера. И поменял ему все, да? Да. Это был капремонт замены кузова. Саша, ты на этой штуке будешь только ездить от точки к точке. Ну я этим здесь занимаюсь. Уже два лайта. Блин, перегрел. Но она дальнобойная? Я не видел, чтобы ты хоть раз стрелял. Раз стрелял. Все проходит без тебя. Уллер и Арес сюда идут. Уллер пульсовый. Вот второй раз пострелял. Нашу базу центральную иду захватывать. Трое. Да пусть они и падают. Здесь можно солд купить? Да. Да, здесь везде можно что угодно покупать. Это ж тайга. А не какой-то дасбол. У меня 116, я могу, если кто-то туда бросит, взять что-нибудь поинтереснее. Капината со сраками. На атласа с раками. Дайте ему чуть-чуть. Или на атласа с раками мне хватит вот сейчас, да. На пульке. 146, уже можно дальше покупать, блин. А не атласа с раками. C4 теряем. Это основное. Ладно, возьмем атласа с раками. Кому-нибудь нужны еще деньги? Нет. Еще 20 тысяч остается после этого. Копейки на второго атласа с раками. D6, одна цель уже есть. Кирилл, слышишь, когда мне ее вернуть? Две цели. Сейчас верну. Нам нужно больше. Одна цель очень, очень быстро. Угу. Ованс сюда идет первым. Два лайта. Вижу четыре цели. Саша, мы теперь с тобой последними будем приходить. Шляпшного разбора. Да.
Зато у нас раки. У нас много раков, 7 штук. 4 лайта. Сейчас мы их всех разберем. Попал на воду. Уильям, Арис, еще кто-то третий. Еще один Арис. Там Артём. А, не уйдет, значит. Не, я от него как раз отбегал. Может, он сейчас взорвался. Там еще один лайф. Нет, это Арос. И там еще две башки. Тут могу не выжить. Чьи хрен ли ты туда запёкся? Если не выживешь, купи втул и отними нашу основную базу. Нет. Я поехал на основную. Башки наверху сидят. А я сейчас там рехну, сейчас устрою. А какие выжил? Один убился. Ничего, так, ща я еще резнусь. Да. Мало ли. А вот и СРМ-ками можно попробовать достать его. Я и хочу. Я что, я раками дырявить? Саша, ты раками дырявить. Не достается. Тут этот самый хитбокс ниже. Они не долетают до крыши. Тут эти конструкции вон из уголка. Да! Центральная база идет уже. Атлас и писевый. О, Кирилл, у тебя есть еще денег? Атлас. Есть. Иди Малиша. У меня тоже есть еще денег, если что. Да мне вот хватит. Спасибо. Саш, пошли устроим Атласу с пиписями. Сейчас. Эту самую. Темную. Да. Че нам какие-то пиписи против раков? Да, у пиписи боекомплект закончится, и что он будет делать? Пиписи? Даже угался. Идем. Да нет, это юмора просто, Максим. Это про 2 XML, которые боекомплект для PPC, которые не дают запускать 64 раза. Да, я понял. Это там война какая-то взрывается. Там воробей кританул. Что сделал? Кританул. D5, D6 наш хэви был. Он кританул. Там и медведь, по-моему, лег у нас, да? Вот цель так, видно. Точно. Я вижу цель. Я на радаре вижу, а так не вижу. Я тоже только на радаре вижу. Подпрыгни. Ты ж партизан. Хорл. Я не партизан, а не Маригла. Партизан, он тоже умеет прыгать. Да. Из кустов. Это подтверждение. А, класс 400 метров справа. Он пипец словил. И он отходит. А я уже начал в него попадать. А, такой же, как у меня, башный. Там какая-то еще дрянь. Демолиша, рак. Блин, все в землю ушло.
У меня все ушло в Атлас. Елки никак не упадут. Я работаю над этим. Я вижу. Поэтому Леха у нас с поленями по голове получает. Вообще, да, хороший план сходить на основную. А я тебя подпер, блин. Атласы на руки. Атлас кончился. Ай. Перекрестный огонь. Где 5 теряем? Издеваешься, да? Что теперь? В принципе, в Е5 можно вернуться. Да, я поехал. Возвращайтесь, я возьму базу. Я боюсь, там их будет слишком много. Где, в Е5? Да. Или на базе? На базе. Я тоже так думаю. Я иду с вами. В Е5 партизан. Прыгающий. Нет, прыгающий-то я. У меня башка какая-то тагает. Е5. С тобой, Кирилл, вдвоем, да? Мы все это вернули. Mm-hmm. Мы с тобой, как всегда, вдвоем. С двумя атласами. Идем в ангар, ну. Да, как раз в ангар идем. У меня партизан чуть не запилил. Саш, меня кто-то тагает. Ты откуда знаешь? Я слышу. Там Морига, блин. А, я вижу. Да, лучик. Но это не проблема. Лучик вижу, а башку самого не вижу. О, в общем, я захожу и закручиваю ее. Пилим башню. Да, блин, у него уже нет башни. Ну тогда мы захватываем базу. А все, все. Ой. Да я тоже. Что, здесь война началась? Угу. Заходи в ангар, если что, Саша. Я сейчас дочинюсь. Все. Я не успею зайти в ангар. Успел убить башку с тагом. Башка еще одна. На. Нет. Она в ангаре у нас. Ну подождите, нет, придет. Это уже не страшно. Очень тяжело искать днем тагающую башку. Да. У нас самолет и танк еще какой-то на подходе. А, партизан. Еще две цели. Они с Е3 идут все.
Тор, Арес и Партизан. Тор с пипцами, с Гаусом. Сейчас мы подойдем, устроим World of Drugs. Так, а теперь мне пора на починку. ПВО кто-нибудь будет работать? Надо? Да, визигот летает. Я возьму сейчас что-нибудь. На Атласе я вчера покатался. Ну, вы знаешь, не всё было, да, что он наш. Подожди, он тоже вчера покатался. Что? Подозреваю, ты сейчас тоже возьмешь Булдас, пока как и вчера. Не, я её и то пульсово взял. Ага, окей. Чайно далековато. Далеко. Ты слишком оптимистичен был. Так, визигот заходит. У нас еще в Толу. В Толу словил от меня стрик с СРМ-ками. Че, Кирилл, направо? Ну, направо, да. Вдоль, да, в самой базе. Так, вижу в тол, вижу визигот. Я буду справа обходить. Я слева. А, ну, логи на горе, значит. Визигот еле ушел. Тут где-то пони была, не знаю, осталось, нет. Ну взял, убил. И там 5000. Бессовестно. Там что-то с PPC, их много, мне как-то хорошо приходит. Ну тоже PPC-ами прилетает. Их два одинаковых, по-моему. О, спасибо. Сразу можно теперь пошлох не обойти. А нашу основную базу так и не взяли? Ну ее снова отобрали, взяли. Ну что, заходим что ли? Ваш... В ангар? А кто это был? Алис. Да, там вон еще есть Локи, по-моему. Но мы все равно заходим в ангар. Правда. Угу. Прямо и налево. Ну, Саша вон не терпится. И скажи 2000 патроны. Спасибо. Ой, да не надо так. Много так. Саша! Уйди! Кирилл, 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 смотри лучше это. Забей. Ух ты! Но они больше не вернут. Самолет летит, Максим. Осторожно. О, Кирилл, и прям в этот, в бэй. Ну так, я туда и зарулил.
D6. Кто хочет Даиши? Дельта 6. Пока нет. Визигот к вам полетел. Саш, ты сюда не меться, я долго стоять буду. А чё ты там встал? Максим, у нас здесь кошка. Центр? Да, центр Е5. Вижу. Я вышел, вышел. Освободил я, Саш. Да я уже следующий за Е, медленный же. Д6. На увлекательная карта у меня. Солитер, а потом Атлас с раками. Нормально, чё? Обычно так и бывает. Читерский мех. Один читерский мех меняется на другой читерский мех. Ну не скажи, раковый атлас не читерский. Просто раковый. Ну а стоп, потихоньку пойду. Блин, вот на эти 10к я бы ему сотню сейчас отдал бы. Там есть кто-то максимум у тебя? Одна цель. Осирис. И все. Какая-то карта опять несправедлива для клана. С клановской базы можно побежать только на Конкера и на западную точку. Можно добежать до D6 только через город. Там есть проход. Да. Максим, там много целей, отходи. Подождите, пока кавалерия подойдет. Шаки бочком дополнил. Бей, понял. Я выключился, подогнал. Прикинулся неважной целью. Да. Опять же, ПТМ ВЛЛ. Здесь бывает и DPC. Так что патронов бывает и не жалко. У нас цель в центре. Дыхается. Что там, World of Tanks? Да. Осирис остался. Бедный. Сирис, выходи по-хорошему. Он убегает по-хорошему. Сматывайте. Башка. Башка. Еще две цели подходят. С юга.
Я только раки покупаю регулярно. А как же пиво? У Эдди Харрелсона здоровый образ жизни, они бегают по всей тайге. Да, свежий воздух. Там солитер на горке он сидит. Где 5. Он все, кто мог ливануть, ливанули. Да. Сега партизан. Вообще, какого фига? Нужно прямо сейчас и разворачиваться и идти на их базу. И в ангар. В ангар. Бочком. Пошли. Собственно, идти-то больше некуда. Ну да. Еще полчаса как. На ангаре самое место сейчас будет. Чего ты там со своим Макс, как его, Бладаспом? А, ты тут ты два Бладаспа у нас. О, Сула над нами. Лол. Полянка мейкеры. Кто-то решил захватить Е3? Да, и у Е5 цель есть. Ну, я не знаю, я пошел на базу. О, в Е5 демолишер и еще что-то. Там Саша отбивается молча. Ну чё, лезть через горы? Ну я прошел уже. Да ты-то я видел. Дело в том, что мы уже прошли эту рубилку. И сюда еще кто-то летит. Еще одна псула. Ну и центр сейчас заберут. Не заберут. Цель впереди. У нас тут два ассаунта, Саш. Кто заберет там? Кто не заберет? Самолет. Как жалко. Он хотел бедную поняшку завалить, а тут вышли мы. Да, это было внизу. Где цель?
кого-то убил нечаянно. Так, меня здорово потрепали. Сах, косула, бомбы. О, спуки. Надо быстрее забирать основное у них. Мы не можем. Мы не заберем, скорее всего. Я-то уже сложился. Ой. Что это за чувак? Ты что ли в меня зарядил? Угу, извини. Отодвинулся внезапно, я кастерился. У них тут раковый демолишер и еще какой-то демолишер. Там атлас раковый, наверное, есть еще Артем. Уже нету. Да блин, я на мостике застрял. На мостике ты думал, что да, ты капитан? На мостике застрял. Давайте. Кил, ты где? Я сложился, на центре покупаюсь. Вот, я. Окей. Что ты будешь брать? Я не знаю, сейчас уже можно хоть дышь с хэви лазерами брать. Оф, нирс импровт хэви гауссом. Не, ну да, можно ходить и раздавать ваншоты, все. Ну давай, что пахнется, да, импульсия и газ. У меня 10 тысяч есть еще. Ну, у меня 66. Это беда. Тебе не хватает, что ли, чё? Нет, нет, у меня еще сверху куча. О! Налево, как я понял. Угу. Что-то тут много всего. Но было бы странно, если бы было немного, потому что единственная база, где они рисуются. Точно. Как-то я не подумал. Где-то висели? Да. Пока висели, но за приблизительно дистанцию. Там, где я, тут уже висели. Там резом гуляет. Танки, самолеты. Пуки на Е3 пошел. Упс! Упс! На Е3 пошел. Хрец. Демолишер и уля. Видишь, демолишер. Не знаю, кого убил, но кого-то убил. Демолишер без туреля. Да?
Демолишер позади. Сбоку, да. Есть кого-нибудь что-нибудь? Здесь вас нет, перегался. А плане денег. Спасибо, Кирилл. Еще надо, Максим? Да, не помешаю. Не достаю там овесом. Спасибо. Что-то еще. А здесь кубок. Можно на горку попытаться зайти. Да он сейчас сам выйдет. Я отступаю. Осталось 20 метров. Нет, спасибо, Артем. Пуки до Е3 дошел-то хоть? Вот не знаю. Потому что если что, я могу сейчас в Е3 сходить. После Е5. Хьюит появился. Вижу. Блин, с этой горки можно расстреливать. Все, включая ангар. У них там стрелы. Это Хьюит, судя по всему. Хью и тупилю башню. А весом на вам под нами там мешается. Ты его не достанешь отсюда. Ей! Слушай, что-то какой-то овесом странный, я в него долбанул, блин, думал убил. Я в него два раза уже, 3 или 4 попал, да. Максим, Е3. Угу. Ой, пора мало, Ромеда, там беда. Ой-ой-ой-ка, мне голову выбили. Чё-то там хьюитов немеренная куча. Да. Блин, опять стрела идет. Ну что, по мне? Нет. По мне. О, а у меня Сафик остался стоять. Мне кабину выбили. А я вижу. Сейчас я заберусь, как приду. Дайте денег. Да и три. Блин, только что в меня попали. Слушай, по твоему фафнеру, он что-то летает, вроде стрел. Он еще жив там? За ним имеет смысл съездить? У него нет центрального торса и головы. А, то есть нет, понятно. Он уже не очень. Вот он усиленно кто-то бомбит. Правда, пилот такой, тот еще Пикассо. Еще и лагает. Спуки тут на Рюкине. Уходит на север. Саш. Mm-hmm. Спуки D3. По дороге идет. На основную нашу. Да, перехвати его. Забирай еще правее. Он уже где-нибудь рядом с C3. Вообще никого не вижу. А, вот он туда мной. Иди, Максим, вперед. Я наступаю на центр. Голосы кончились. Торс тоже.
Ну там сильно живой, Саш? Ну пока живо. Все, можно не идти. Угу. Пошли, Максим, тогда в центр. Раз они стрелами разбаловались, я взял морога. У меня лампсами. В центре. Как это ты так? Стрелами. А. Я один остался там. Самолет тоже там. Морогу что ли? А, ну да, морогу с лампсами поехали их пилить. Поехали сейчас. Сейчас респанс. У вас там бомбер летает. Бери море, вышло очень вкусно. Он берет не долетят. Слаж пульсами? Хорошо. Да. Там уже ЛРМ на ней лишний. Уже лучше скальпель тогда. Ну вот ты возьми скальпель. А я на это. А двух рамсов мало там. О, здесь Саш летает тут. Вижу, попадаю плохо. А, на Е3 они идут. Я нарк повесил, может кто постреляет. Да уже все постреляли. Да хорошо. Какой-то солитер бежит в сторону Е3, похоже. Счастливый. Безумный, наверное. Лонки с нами? Не знаю. А что с нами только медведь, а он со стрелами. Ну ладно, пошли. Вот, Е3 мы теряем. Слушай, оставь уже это Е3. 25 очков. А, ну да. Последний бой. И то, если доедем. Время успеем кончится. Успеем доехать, да? Давай я тебя сзади потолкаю. Кто-то едет, ну блин, он не... Он ниже горизонта, я-то не могу навести. Думали шаг. Кирилл пошел на таран. Ух, как его. Как ты его, а? Да я знал, что у меня получится. Хэви справа. Да, мне пошли выше. Маткет. Крошка. Не только маткет, там были вроде еще что-то. Стрелы. Как всегда по мне. Я очень черный. Кто-то тагает. Но это уже не важно.
чуть-чуть мне до 1000 очков не хватает. У тебя еще минута. Угу. Если бы я был на солитере. Стреляй по турели. Мариго вышел. Самолет. Соло бомбер. Ну это моя смерть. Заходим, ребята. Да, не успеете. Да. И тысячу я не нажал. Вообще не успеет.